Мне проще, проще говорить о, вы удивитесь, о чувстве вины, как о неком духе, которым мы одержимы. Я в кавычках, конечно, это ставлю. Ну вот перед вами знаменитая картина Джона Саржента. Она в 1921 году написана. Называется она «Арест Иринии» и является классической художественной иллюстрацией чувства вины. Вот это жало змей Иринии все время колет Ареста в сердце. Минуя, не делая дыр в теле, колет сразу в сердце. Мы много раз как-то там задевали тему. Мы хотим быть для всех хорошими. Особенно для людей близких, для тех, кого мы любим, кто нам не безразличен. Мы стараемся как-то быть хорошими. Но мы никогда не задумываемся о том, что значит быть хорошими. Это означает, что мы должны представлять себе, чего от нас ждут окружающие люди. Возникающее чувство вины – это наше отклонение от ожиданий других людей, в первую очередь родителей, конечно, потому что именно они определяют наше детство. И каждый раз, когда мы уклоняемся от ожиданий другого, ну не можем мы, не в состоянии вести себя так, как он ожидает. Ну, по разным причинам. По причинам занятости, эгоизма, погруженности в себя, в свои собственные проблемы и переживания, в свои болезни и так далее и тому подобное. И вот каждый раз, когда мы отклоняемся от того, что мы себе нафантазировали как ожидание другого, мы неотвратимо чувствуем укол чувства вины. По крайней мере, в некотором не философском, а бытовом смысле. Как мы это назовем, уколом совести или чувством вины, зависит от значимости для нас человека. Ну и, наконец, конечно же, существует ожидание от самого себя. Правда, тут есть одно большое «но». Кто такое или кто такой этот самый «я сам собою»? И вообще, это большой вопрос. Когда я чувствую вину, это я сам от себя ожидаю чего-то? Это были мои ожидания? Или все-таки это были ожидания моих родителей, бабушек, дедушек? Может быть, учителей? Самый главный вопрос – это мое чувство вины? Или это некий стандарт социальных ожиданий, ну, не знаю, моих педагогов, родителей, бабушек, дедушек. А я-то на самом деле счастливее себе такой, какой я есть, не сделавший карьеру, ну, там, не знаю, но сделавший ее в чем-то внутреннем, да, в каком-то важном для меня внутреннем смысле. Я чувствую вину за то, что я не самореализовался. Да нет, по большей части это духи. Это фурии, Иринии гонятся за мной, это духи всяких разных социальных норм, которые кричат «ты должен был».